Привет, меня зовут Женя, это «Сильные новости», рубрика «Короче». Поехали! Ну, наконец-то, вся правда о зарплатах белорусов от Белстата. Треть белорусов получает меньше $200 в месяц. 34% получают меньше 500 рублей, 85% меньше 1000 рублей. И примерно 4% белорусов получают 1500 рублей в месяц. Больше всего их в Минске, меньше всего в Могилевской области. Ну вот такие вот новости. Наркоманит в 9 лет. Такие случаи есть на Гомельщине. Об этом рассказали в УВД. Наркоманит в основном молодежь до 30 лет. Причем пробуют наркотики уже в 13. При этом каждый второй мальчик и каждая четвертая девочка в своей жизни по опросам подростков уже пробовали наркотики. Такая вот печальная статистика. Вчера жители микрорайона Хутор устроили себе настоящий праздник. Сами организовали, сами собрали деньги и сами классно отгуляли. А буквально 2 недели назад точно такой же праздник был в микрорайоне Южный. Эту традицию ребята сделали специально для того, чтобы развить и сохранить добрососедские отношения между соседями. Они танцевали, пели, играли, соревновались друг с другом, поднимали себе настроение в эту дождливую осень и классно проводили время.